Сектор Газа охватила волна демонстраций. На улицы региона вышли сотни протестующих. Поводом для акции стала атака боевиков Исламского государства на палестинский лагерь беженцев Ярмук в Дамаске на прошлой неделе. Тогда жертвами нападения стали 15 человек. Экстремистам удалось установить контроль над большей частью лагеря. Бои с ними ведут солдаты Сирийской свободной армии. Накануне районы, где проходят военные действия, покинули свыше 2000 человек. Добавлю, что лагерь палестинских беженцев Ярмук появился на юге Дамаска в конце 40-х годов, вскоре после провозглашения государства Израиль. До начала конфликта в Сирии там проживали 160 тысяч человек. Сейчас большинство жителей переместились в соседние предместья.